Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я хотел бы рассказать о том, какими дровами можно топить печку длительного горения, буран, бринеран и им подобное. Дрова можно применять разные, от самых мелких, от мусора, до вот таких вот пеньков, диаметром, в принципе, почти с загрузку. Вот я приехал домой, надо подкинуть дров, смотрю, тут немножко угольков, в принципе, этого вполне достаточно. Ну, вот мы сейчас будем засовывать эту нашу чудо-дровину пенек в печку. Вот он как раз в притирочку по диаметру. Запихиваем поглубже вот туда. Был бы он длиннее два раза, и вполне длиннее два раза бы вошло. Все, засунули, закрыли. Заслоночку потише. Я думаю, на весь целый день нам его хватит. Благодарю за внимание. Всего доброго. Счастья, здоровья. Пока-пока.